Вы на канале Новости БП. Аким Алматы Бакыджан Сагентаев в прямом эфире на ТК Алматы отчитал главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина из-за того, что на отель «Риксос», на территории которого прошло собрание еврейской общины, не был наложен штраф. На вопрос журналиста о том, почему на отель «Риксос» не был наложен штраф за собрание еврейской общины, которая проходила на территории гостиницы, Аким не стал отвечать сам. Он обратился к присутствующему на онлайн-связи Жандарбеку Бекшину, главному санврачу города. «Действительно, мы на центральную синагогу вынесли протокол, но с районного акимата мы ждем, в отношении отеля «Риксос», мониторинговые группы по алгоритму должны предоставлять рапорт и подтверждающие документы. Когда мы получим подтверждающие документы, разумеется, мы наложим штрафные санкции», — заявил Бекшин. Жандарбек Мухтарович подтверждают, что в СМИ были подтверждающие документы, фотографии. «Что еще вам надо?» – задал вопрос санврачу градоначальник, на что Жандарбек Бекшин сообщил, что по алгоритму нужны объяснительные от администрации отеля. «Мы не можем выходить на этот объект, только мониторинговая группа имеет право», – объяснил санврач. «Факт налицо, надо принимать решение. Что еще там доказывать? Воскресенье. Е знают», – заключил Сагентаев. Напомним, ранее сообщалось, что в соцсетях появились публикации, на кадрах которых видно, что еврейская община устроила фотосессию на территории отеля. Организатором была центральная синагога, которая допустила нарушение ограничительных мероприятий. И в отношении руководителя указанного учреждения был наложен штраф в размере 30 МП.